Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео, в принципе, по сравнению автошин. Сравнительный тест шин. Кто-то катается на липучках, в том числе и я катаюсь на липучке, у меня свежая липучка. Кто-то катается на МТ резине, кто-то на шипах, у кого-то протекторы 50% уже, ну, износ есть. Поэтому сейчас мы едем с вами на горочки, по горочкам покатаемся, поедем в поля, там, где есть снег, позастревали немножко, посмотрим, как будут работать резина. Кто-то будет травиться, кто-то не травится. Поэтому вам приятного просмотра. Наливайте чайка. Не забывайте переходить на мой телеграм-канал. Горочка пока не накатана. На первой пониженной у меня занижение 3.07. Первая пониженная почти накатан. А межосевой будет разблокированный. Пробуем. Да? Алло, хватит срываться. А сейчас давай межосевой заблокируем, посмотрим. Что там колеса как? Намного увереннее. Короче, перед налет попало все, да? А сколько колес крутится? Все. Все стороны, все. Вот у нас есть ленивы короткие, которые стоковые. В одной липучке, второй стертые шипы. Сейчас включаешь первую пониженную, межосевой не блокируешь. И потихонечку накатом на первую пониженную. Поехали. Как вот колеса работают? Давай, межосевой блокируй, то же самое. Посмотрим, как на заблокированном поедет. Так, с этой стороны колеса крутятся. С этой стороны еле-еле. Вторая пониженная, межосевой заблокированный. Вторая газ палас и должен выехать. Поехали. Как так? Мы с вами заехали. У меня липучка. Взял больше разгона. Заехал. Не такое. Первая пониженная. Разблокированный. Докуда доедешь? На малых газах. Давай, пробуй. Попадает на лед, все понятно. Плюсевой блокирует. В накат поехали. Сейчас на лед попал. Эта сторона буксует. Ну все, стаскивает. Сейчас ты заблокированный. Вторая пониженная. С места газ палас. И давай выезжай. Вторая пониженная. Поехали. Автомобили одинаковые. Сейчас мы просто проверили зацеп резины, да? Свежая липучка получается интереснее, чем автомобиль на шипах, но шипы уже все уже срезаны. Наверное, ты же на драйве поедешь, да? Да. Автомат. Потихонечку попробуй. Докуда он доедет, просто интересно. Все-таки электронные помощники. Ну, примерно так же, да? Сейчас давай блокируйся. Сейчас попробую, нет, сейчас попробую ESP отключить. Давай, пробуй. Ух ты, красиво, да? Прям сразу. Лоуфен? Китайский. А у тебя нет, шипы? Скорее. Шипы. Ну, шипы, да, чувствуется, есть еще немножко.
ЕСП отключают, остальное включают. Приезжай. Ну, блин, ну стартует, конечно. А здесь вес сыграл автомобиля. Вес, конечно, у него вес. Поехали. А это не он сбросил. Душил его. Да, плювас. Первая пониженная, разблокированный. И докуда докачешься. Давай посмотрим. Резина свежая, шипы. Резина свежая. Да, 18 этап. Занижение. Первая пониженная, межосевой заблокированный. Все работает. Вторая понижена, газ полас, и тебе надо выехать. Неплохо пошел. Резина Нокин, шипы видны, все нормально. Смотри, первая пониженная, раз блокированный. На первую пониженную, докуда доползешь. Поехали. Ну, в принципе, все одинаково, как до льда добирается, и все на этом. А межосевой блокируй. Все то же самое. Первая пониженная, поехали. Ну, уже накатали там, да? Вторая пониженная, и надо заезжать. Уже газ полаз, и поехали. Мало, мало, не хватит. Не хватит. На чё? Да, а, у тебя тут ещё хитрая система. Ну все, давай, торчи. Сейчас на бензе поехал? Ну. Нет. Старт. Старт. Слабый старт, очень слабый старт. Толчка не даёт. Дальше, дальше, метр отъезжай. Давай, последняя попытка, заезжай. Тем более новое колесо ему сделали, забортировали. И на шипах. Все. Автомобиль разблокированный. Все нормально. Не цепляешь. Вообще легко. Липучка выехала. Запас есть. Все есть. Все, выезжай. Ну, в данном упражнении, в принципе, разницы мы не увидели в резине. Давай, потихонечку. Занижение. Даже не слышно, как движка работает, вообще потихонечку. Сейчас с вами едем на другую локацию. Там затяжной подъем с интересным поворотом. Вот, у нас уже стемнело, я вам балочку поставил, и поехали. Посмотрим. Мы сейчас, знаете, как с вами поедем? Мы сейчас на первой пониженной межосевой заблокируем. На понижаечке, короче. Куда он заехал, смотрите. Ямы. Ух, куда-то утонули. Ой, я же и говорил, куда-то мы. Яма, что ли, там. Понятно. Так. Ох, куда-то мы. Так. Отлично. Я отпустил там, где я проезжал.
Короче, с машины не видно было, куда я заехал. Вот сюда я заехал, то есть. Ну, есть такой, но я выехал. Думаешь, помогает? Итак, короче, смотрите, подъем, поднимаешься и налево. То есть здесь диагональ и здесь машины вместе. Давай толкнем, чтобы время не тянуть. Назад утолкнем. Давай назад тебя попробуем. Давай. Вот так вот. Как вы видели, проехать. Машина вообще не видно. Что ли, стекла? Давай еще, может, назад. Давай назад езжай. Назад. О, ходу больше. Красавец. Сейчас тревел загоним сюда. Сразу показываем. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, как ладно! Вообще как легко! Едем на следующую горочку. Вот хочу, чтобы вы написали в комментариях, посмотрев на мой автомобиль с двумя самоблоками, с тревел один самоблок, как вы считаете, работают самоблоки, вот которые у меня установлены? Потому что когда мы проверяли на роликах, самоблоки вообще не отработали. На Дастере было электронные помощники, они отрабатывают классно, именно на роликах. В других ситуациях, когда в реалиях вот в таких, Дастеры, ну раз наоборот не едет, не помогают, самоблоки помогают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, как вот со стороны вам виднее, я думаю, как это все выглядит. Опа-на, тут снега, наверное, много, да? Так, что у нас, одной рукой снимаю. Переметы. Снег, со снегом вообще проблема. Ездим мы сюда на Башкирию, а в Оренбурге вот только местами, переметами, кое-где все это есть. Да, первое пониженное, межосевой заблокировал. Не знаю, зацепа насколько хватит, просто интересно. Пока просто первое пониженное. Межосевой сразу заблокировали. Так-то вроде безопасно, но подъем такой серьезный. Нет, тет, легко. Лично для меня это было легко, ребят. Потихонечку. Минус 10. Вот сейчас наглядно, да? Вот эта грязевая резина сейчас я покажу. Друзья, надеюсь, вы увидели, да, результат. Результат грязевой резины. Горочки, где снежок, и нифига не едет.
И мы заехали. У меня липучка, я на первой пониженной. Федя тоже на резине. Мы спокойно вообще заехали. Вторая попытка. Блин, а тебе, честно сказать, опасно. Слышь, опасно, блин. Муда. Стой. А как стой-то? Нормально, он на скорости. Ну, правильно едет. Молодец, молодец. А вот давайте посмотрим. У вас китаец. Резина, в принципе, ничем не отличается. Просто. Смотрим Нива Travel на 18-х тапках. Почему? Надо аккуратно. А почему? Липучка. Да ладно, я на липучке что, заехал вообще просто. Ты на всех ногах. Ну. А он на повышенной выжил. Раз шлипанул и все, и подъем. Ну может быть, да. Вот он, зацеп, смотри. Ух ты, заскользил. Ему буковать не надо. Да, ему надо потихоньку именно заезжать. Другая попытка. По другой траектории или по той же? По другой. Вот, легче, легче. Да. Вот видишь, я в раз все, а там лед был. Это вот говорит, что нужна практика вождения, да, Федь? Это да. Только практика вождения. Для этого мы вот так вот приезжаем, собираемся, катаемся, чтобы ну, просто понять, как машина работает, как резина работает, как зацеп работает, где, когда, какой передач включать. Для этого мы катаемся и пробуем. Полулысый, а сам топчет, да? Ягод потихоньку, а сам топчет, вот засранец. Приехали в вот интересное место. Вот первая ложбинка, она прям, бампера прям впритык ложатся. Не знаю, вот мы здесь давно катался. Короче, получается подъем, подъем, спускаешься, и там еще один подъем. Первый поеду я. Ну, вроде как лифт у меня сделанный. Сейчас межосевой заблокируем. Не знаю, как это. Цеплять, надеюсь, не буду. Так, сейчас первая пониженная. Хотя потихонечку попробуем. Вот здесь обычно бамперами прям упирались. Опа. Тем более у меня силовой бампер стоит. Так, ты смотри, межсевой вылетает и все. Сейчас, 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 включу. А, во, включился межсевой, все. Стараюсь потихонечку. То есть не вторая пониженная, а просто прям потихонечку, видите? Первая пониженная. Так, пробуем вторая пониженная. Вторая пониженная. Вторая пониженная. И еще один. Вот так вот. То есть на второй пониженной у нас получилось вообще легко заехать. Тем более мы первые ехали. Вот, смотрите, бампер как. Это на какой? Вторая. Я на первой пониженной заезжал, а на второй заехал. Ты это, не надо шлифовать, чтобы другим заехать. Что там, нормально съезжай? Да нормально, съезжай спокойно. Вот, давай, 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 пошел дальше. Получилось. Здесь у нас свежая липучка. Thank you.
недавно заехал на первые пониженные. Обороты были хорошие. Все-таки свежая резина, липучка работает. Торек. Стой, 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 стой. Все, нормально. Нормально. Опа, задушила электроника, задушила. У меня, как слышали, тоже паркопом я зад, когда назад давал, она вот всегда билась. Хоть и, господи, и лифт сделал, а все равно. Давай, топчи! Блин, ну вот тебе электроника. Ну как на такой электронике выезжать? Вот так вот приедешь и на нормальной машине, не сможешь выехать. Сейчас что решено? Поднимаем пневму, максимально пневму поднимаем. Назад. И ходом, чтобы бампер не цепануть, и ходом надо выйти. Ну вот, смотрите, подняли пневму. Вот я только так, теперь давай выезжай, пробуй. Тяжело, но заехал. Смотрим, что здесь. Грязевая резина. Зря, зря. Вот смотрите разница. У вас Китай на грязевой. И у вас у нас стоит. Пробуй, пробуй. Оборот. Высокий оборот. И копает, стоит. А для чего копает? Чтобы сам не выехал. Николай, смотри. Ну, паркоп он и меня цепляет. Тебе надо максимально назад и ходом идти. Потому что по-другому уже не заедешь. У тебя межосевой заблокированный? Давай, назад сдавай. У тебя впереди, вот, давай. Все, вторая и попер. Вторая и попер. Заедет там. Да, им что бояться-то? Газуй, да и все. Давай, поехали. Тебе надо туда и прям ходом херачить. Ух ты, колесо ж поднялось. Следующая у нас горочка с вами. Она крутая. Вот, смотрите, во-первых, спуск идет. К ней подъезжаешь. Угол начинается, наверное, с градусов 70. То есть здесь так не получится разогнаться, потому что упираешься, вот смотрите, бампером. Давайте мы с вами первые. Первая понижена. Смотрим, где зацеп закончится. О, мы даже с вами проехали метр. Так, вторая понижена. Берем чуть побольше разгона. И победили. Самобиль выглядит. Балочка, ну, фара грязная. А так вот светит хорошо. Так, не Васик у нас.
это где шипы, но шипов нет. Давай назад, назад. Никого. Ты на какой? Как ехал? Пониженная просто вторая. Должен был знать. Давай блокируйся, заезжай. Это куда такой бешеный разгон? Электронные помощники хорошо и плохо в некоторых моментах. Надо выключать все полностью. Мы все катаемся, уже стемнело, преодолеваем горочки, пока снег есть, очень скользко. Да ладно. Молодец, заехал. Липучка. Ты смотри, смотри как. Заехал. Я говорю, свежая липучка и едет. И у меня свежая липучка тоже едет. На 18 катках, да? Красота. А у тебя между всего это заблокированный? Да. Да? Что, не крутится нихуя, да? Только лицо переднее крутится, это нет. Вот, блядь, отвижка. Ты заднюю включай. Берем разгон. Все получилось. МТХ. Вот, говорю, сегодня у нас два УАЗа, ну это можно сказать УАЗ китайский, да? Резина почти одинаковая. Вот китаец намного интереснее едет на этой резине, чем у Женька. Китаец, сделанный на базе УАЗа у нас. Понижаечка. Не помогло ему, не помогло. Выбрал другую технику, хотел по траве, где не накатано. Тоже пока не получается. Сверху накатано, все равно не идет. Подсечку, да? Гульнего короля. Да, вот вам резина. Беспущенный. А, он стравил даже? Ну, он так видно, что он там. А-а-а. Не сильно накачан. Смотрите, разгон взяли, ну, 3 метра набрали. Его только тогда, когда около 3 метра разгон, получило заехать. Нифига себе! Это что было? Секунды. Это вот с таким лифтом, как вот у Женька, да, на зеленом, не можем подняться. Бля. Можно, конечно, с разгона заезжать. То есть не боясь удариться, потому что лифт высокий от кузова. Вот. Вон подъем. Не знаю, видно, не видно. Но интересно. Все, мы забрались. Сейчас пойдем. Другие моменты найдем. Слушай, женщина, мы не ожидали такого. Блин, так быстро. Мы, между прочим... Если зацепа нет, куда деваться? Я кнопку не успел нажать. Смотрите, ребят, дальше такого ничего нету. Глазами запечатлел. По пути нашли интересную горочку. Сейчас я пониженная. Вторая пониженная. Просто охренеете. Я уже сам в шоке. Так, вторая пониженная. Сейчас включу. Короче, вообще жестко, ребят. Ёб твою мать. Вторая пониженная. А теперь надо выехать. Но так как у нас... Давай, сейчас, смотрите, межосевой пока не блокирую. Вторая пониженная. Поехали.
легко, легко. Вообще не сложно. Да, не сложно. Трасса не сложная. Блокируемся. Так, вторая пониженная, заблокировались. Сейчас. Нет. Поменьше газу. Сейчас. Одной рукой неудобно. Обороты решили. Выехали мы с вами. Нормально. Пошлите, поснимаем, ребят. Суарек у нас. Короче, Суарек встал в то положение, как мы с вами выезжали. Вроде снега-то немножко. Вот. Мы с вами с этого положения смогли выехать. У нас получилось выехать. Ну что, на данный момент Viva Trail. Ага, Туарег, смотрите, получается. Наверное, все-таки получится. Все, Туарег выехал. Viva Trail. Туарег, все, молодец, выехал. Давайте посмотрим Viva Trail. То есть машины поставили в те же самые условия, что и у нас получилось. Но мы с вами приезжали первые. Тем более я держал в одну руке камеру, то есть какие-то переключения мне производить было сложнее. То есть вот сейчас дорога освещает, видите, подъемчик, трава и лежит снег. Давай, Николай, у нас получилось. Да смотри, чуть-чуть осталось. Обдал меня снегом.
переключается на вторую. Давай, давай, давай. А у тебя межосевой заблокированный? Да, да. Давай газу, толкать буду. Давай, поехали. О, как сложно. Вот кажется, да, визуально фигня, да? А так в такую ситуацию попадешь. Дальше, дальше, дальше. Во, и ходом давай. Попросили. У вас Китай на МТ-резине. Как посмотреть, как он проедет? То есть именно его здесь остановить. Не ходом именно идти, а именно как он пройдет. В принципе, да. То есть вот для этих вещей МТ-резина, да, помогает. Да. Вот видишь, в сухом снегу, как он ее гребет, выгребает. Нашли мы снежок, перемет хороший. Попробуем проехать здесь, интересно. Как автомобили поедут? Снег плотненький, сверху лежит насыпанный и проваливается. И вот этот перемет надо нам проехать. Ну, для УАЗов, конечно. Как вот этому, например, да? Хотя и тут трудности у них. Вот здесь как раз будет видна хорошо работа вот этой резины грязевой. Наши мелкозернистые липучки, они будут ехать, но пока она доклеится, не сядет. Вот. Неплохо здесь получается, неплохо. Туарег у нас. Вроде вот движка должно хватать у Женька. Ух, как он его. Но. Спокойно, два рывка, мы заехали. Да. Они что на пузе лазят? Вот тебе еще одно доказательство. Что он застрянет сейчас? Нет! Как? Он нет. Все, он уже застрял. Все застрял. Давай, рядом с ним, давай, застревай. А мы рядом с вами проедем, давай. Давай. Николай накатал. Включи люстру-то свою, не видно ничего. Ну неплохо, конечно. Я не спорю, да. Молодец. Жень, а у тебя что, не получается? У меня морда провалилась. Морда провалилась. Сейчас смотрите, как с вами поедем. Вторая пониженная. Межосевой заблокируем.
выехали. В принципе, тоже неплохо, мы проехали с вами. На оборотах наш автомобиль у нас проезжает и едет. Где они там забуксовали? Сейчас посмотрим. На улице бегать тоже. Ага. Ух. Ух ты, сколько снега. Вот здесь вот, да. Вот это вот снега. По самой не хочу. Здесь можно. Здесь уже и клирис мой не помогает. Прям перед полностью садится. А ты. Ребята, мы засели. Нет. Вот в этом случае, наверное, все-таки самоблоки немножко помогают. Проходимости вот на данный момент вообще красавец, очень хорошая проходимость. За счет клиренса добился хорошей проходимости. Сейчас мы на скорости попробуем туда, а потом зажимка лебедкой зацепимся. Оп. А угадай, кто приехал. Да, нагреб ты, конечно. В принципе, дергается, может быть, и получится. Да? Наверное, да. Один рывок, он тебя вытащит. Еще один. Не отцепляй пока что. Не отцепляй пока. Смотри, помнишь, ты кричал, у вас, смотри, где я и где нет, ты. Нет, ну если дергают вас, только это без проблем. Ладно, дергни его. А если не застоит его проблему, тогда пусть он молчит. Айда зачет цеплять, давай. Да, снег, переметы классные. Давайте, а что, лебедка еще потянуть? Вот сейчас как раз посмотрим новый динамический трос от Т+. Серии Pro, который вот в Башкирии я им пользовался. Интересно, сколько у тебя машина весит примерно? Вес копейка. Вот, сейчас посмотрим, как эта динамка отработает именно рывком, как она потянется, будет интересно посмотреть. Смотрим работу динамки Т+ Pro. Натяжка пошла. Мягкие и самое главное, жестких ударов нету. Спокойно вытягивает. 9 тонн, 9 метров. Серии Pro. У меня полный ботинок. Ну да. Ну и что, мягко, да? О, смотри, не Вась. По моим следам прошел.
Ну, я считаю, в покатухе удались. Да? Нормально покатались. Вечер, конечно. Не знаю, как ночные съемки, но нашли и снег. Вот. А ребята вон поехали домой. Причем и... не фиговый снег. Не тоже жесткий. Да, застряли. Да, он... Он с полей надуло. С полей надуло. Плотный такой. Ну, хороший сугробик. Нормально покатались? Сугробик хороший. Да, это тоже. Здесь больше, чем по колено. По колено, да. Больше, больше. Классно, классно. Двери не открывают. Ну, хочу сказать по вот это у вас китайцу. По бампер. Молодец. Молодец. Идет вообще супер. Короче, достиг нормального уровня. Именно по снегу. Именно вот эта резина. Вот именно по снегу, да. Сейчас, если просто жаба не задушила бы, я бы прошел бы. Просто уже прям под конец думаю, да и че, хоть посижу нормально. И уже просто под конец просто брюхался и все, что вот ни назад, ни вперед. Осталось еще блокировочный. Да нет, он это... Сейчас понимаешь, вот смотри, если сравнивать вот все машины здесь на данный момент, в принципе, вот едет неплохо. Да, он вот как тюбикин будешь ездить. Но смысл от этого? Так, ребята, все, мы видос заканчиваем. Накатались. Набуксовались, уже ночь, пора домой ехать. Еще проделать путь через пару снежных таких преград. Комменты, лайкосы. Пишем. Вот мы пробили с вами дорогу. Силовой бампер выручает в таких моментах. Да, и не боишься, что сломаешь эти пластиковые бампера. Конечно, с ними я настрадался. Тут у меня решетка стоит. Ой, ничего не страшно. Едем домой. Все уже разъехались. Мы решили пробиться здесь. По тому следу, который откуда меня вытаскивали. Так, Невас пошел. Молодец. Прошел. Вторая пониженная. Так, все. Что-то мы уехали, говорят, что стоит, развернулись. Беде же его не бросать, посмотреть, что случилось. Подъехали, что случилось-то? Рулевое оторвало от рамы. Видишь, было мало. Вот этого, да? Да. Крутируй! Стой! Так, и что? Ну что сейчас? Стяжки попробуем, посмотрим. Тебе надо как-то без нагрузки надо как-то выехать. Дорога. Да, можно туда вверх, на правый. Да, вниз, вот там вверх поднимаемся и спокойно проезжаем. Чтобы не в сугробу заезжать. Ну вот, как видите, что поломочка у нас получилась. Вернулись. Многие ребята уже разъехались. Вот мы остались. Втроем. Все. Самодельный УАЗ. Сам варил рамы и все. И как видите, нагрузки не выдерживает, много снега. И металл все-таки эластичный, двигается. Надо усиливать. Всегда, когда строишь машину, нужно, наверное, предусматривать вот такие моменты, то, что, возможно, где-то что-то отрыгнет. Помогаем, вытаскиваем. Вот так вот. Все, теперь всем пока.